чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, со Спасова древнего образа, с горящей свечи восковой. А может, она начинается с молитвы прабабки моей, с нательного детского крестика, с причастия у царских дверей. С чего начинается Родина? С часовнею красных ворот, заступницы матушки Иверской, которой стремится народ. С чего же она начинается? С признания в детских грехах. Отчизна моя отражается в священника добрых глазах. С чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, со Спасова древнего образа, с горящей свечи восковой. А может, она начинается с молитвы прабабки моей, с нательного детского крестика, с причастия у царских дверей. С чего начинается Родина?